Приветствую вас, друзья, с вами Бер. Добро пожаловать на мой канал. Продолжаем проходить кампанию орков в третьем Варкрафте, Господство Хаоса. Глава 3. Боевые топоры. 5 дней спустя у подножья каменного когтя. Вождь, мы уже неделю тащимся по этим пустошам. А драться приходится лишь с какими-то жеребцами да свинолюдами. Где настоящие враги? Да, скука и палящее солнце всем нам осточертели. Но мы будем двигаться дальше. Мы должны увидеть Оракула. Как скажешь, вождь. Смотрите, там воины клана боевых топоров. Они дерутся с людьми. Что? Локтар, воины! Поможем Задирье! Мерзкие орки! Как вы посмели ступить на эту землю? Побереги глотку, человечишка! Она тебе еще понадобится вопить погромче, когда я начну отрывать тебе руки. Окей. 4 батрака. Ну, застраиваемся, чё. Тут люди еще стояли, оказывается. Так, строим новый вождей. Давайте, ну что, тут людей еще не снесли. Блин, далеко таскать будет. Пацанам таскать далеко. Вот здесь. Вперед. Так, вы добивайте там нам территорию. Что-то хотел сказать, забыл, блин. Что хотел сказать? 100% что-то по игре. Ах, да, вспомнил. Я как-то давно-давно считал, да и до сих пор, мне кажется, считаю, вот почему я об этом сейчас говорю, то что, чтобы начинать играть в World of Warcraft, нужно как минимум поиграть в третий. Как вообще здесь оказались эти людишки? Да примерно так же, как и мы, братишка. Кстати, их вождь, девчонка по имени Праудмур. Ее войска перекрыли перевал, ведущий на север. Значит, придется идти по перевалу, перекрытому ее войсками. Наши охотники разведают обстановку, а мы пока разобьем лагерь. До тех пор людей не трогать. Как скажешь, вождь. Хорошо. Угу. Понятно. Итак, что же я не договорил? Так что мне казалось всегда то, что если хочешь начать играть в World of Warcraft, нужно в третий Warcraft проиграть. Основное задание — обустроить лагерь, построить дом вождей, Трал не должен погибнуть. Новый вид войск Кадоэ — это огромные... Этих огромных животных, оседланных орками-вырабанщиками, можно нанимать зверинец. Окей. Так, сейчас быстренько достроят. Ой, что я делаю? Юнитов мне вот этих нужно. Так, мне эти юниты нужны. И гоу сносить людей. Да. Они тоже еще не успели отстроиться. Табу. За честь. Вот. Табу. Да. За честь. Где люди? Дело сделано. У нас где-то сбоку Табу. Здесь были. Боковые да. люди. Боковые люди. Где? Табу. Ну только не вы. Только За не честь. Вы. Только не вы. Ладно, фиг с ним, убьем их. Эксп чё будет? Так что в третий варик нужно поиграть, если вы собрались играть в World of Warcraft. Да прям железно, на мой взгляд. Да, вот здесь люди. Быстренько снесем их. Дело сделано! Бой! Командир, в округе замечено множество людских лагерей. Еще мы нашли мастерскую гоблинов, хорошо защищенную с севера. Интересно. Если нам удастся без лишнего шума добраться до гоблинов, мы сможем нанять их дирижабли и пролететь над перевалом. Займемся этим. Локтар Угар! Бой!
Час пробил! Никто не уйдет! В бой! Зря, наверное, хилку использовал. Очень зря. Ну я нубас, мне простительно. Бой! Никто не уйдет! Локнерош! Никто не уйдет! Час пробил! В бой! За Орду! Тут за Орду он редко говорит, кстати. Можно заметить, за Орду. За Орду он редко говорит. Вот сейчас он сказал за Орду. А есть такие фразочки редкие. Час пробил! В бой! Никто не уйдет! Займемся этим! Ну что, я тут сношу, походу, все, да? Локнерош! Час пробил! Локнерош! А где там эти рабы-то тут есть? Золото сейчас будут носить. В бой! Никто не уйдет! В бой! Час пробил! Локнерош! Я босс! Короче, это сносить. Час пробил! Сошись! Чего надо, хозяин? Золото. Хорошо, один уже лес валяет. Да. Хорошо, хорошо на самом деле. Так, сразу сторожевое. С удовольствием. Суды. Нас атакуют. Сюды. Все. Лохтар угар. Да хватит моего кадо мучить. Вот собаки. О, кстати, у них скиллы есть, я забыл. Прикольно. Не ломаш. Займемся этим. Никто не уйдет. В бой! Час пробил! Локнерош! В бой! Локнерош! Час пробил! Дело сделал! Давай, третьими волками. Снесем их. Все. Угу. Вы за золотом. Чего хочешь? Вы за деревом. Все идет по плану. Это освободится, строители. Создадим казарму. Пока мы тут захватываем. Нормально. Я босс. Локнерош. Никто не уйдет. В бой. За честь. Локнерош. Никто не уйдет. Локнерош. Да. Никто не уйдет. Час пробил. В бой. Никто не уйдет. Локнерош. За честь. Никто не уйдет. Час пробил. Зря я манку потратил. Волков теперь нет. Кого дело сделано? Ага, это второй построил. Красава. Красавелла. Блин, сколько можно им уже вообще появляться? Жесткие, жесткие. Займемся этим. Никто не уйдет. В бой! Локнерош! В бой! Никто не дело уйдет! Сделано. Все, дело сделано, строим казармы. Как хорошо мы красиво расположились, да? Прямо аккуратно.
аккураточкой. Нормально, нормально. Трешечки будет достаточно. Лок Даругар! Лок Нрош! Никто не уйдет! В бой! Ты пойдешь сюда. Не могу. Лютишки должны быть уничтожены. Тори. Вождь, клан боевых топоров нарушил твой приказ и напал на людей. Задирали. Проклятие. Остается только одно — драться. Усилить оборону. Задиры, я потом разберусь. Угу. Готов. Сделай. Ты. Не один идет строить, ты. Дело сделано. Погиб. Не знаю, что. Ставь алтарь. Бури на всякий случай. Вдруг. Мало ли чё. Угу. Ты казарму строил, да? Молодец. Чего хочешь? Золото добывай. Так прикольно, все-таки из рудника там выходит этот пар, как бы железная дорога. Блин, я не перестану удивляться. Варкрафтом. Вообще что-то с чем. Блин, какие они умные, зашли с той стороны, где. Хотя нет, они тупенькие на самом деле. Мы быстренько отойдем. Забьем их, может быть. Чего? Прольется кровь. Минус один. Минус второй, походу. Сам виноват. Минус третий. Так и сделал. Герой. Героя мы так убьем. Дело сделано. Блин, что, вторую башню сносит? Нет, первую только. Кто не сможет ее снести? Не сможет. Просто не успеет. Все, первая атака закончена. Я знаю, то, что они второй раз пойдут сюда. Это я уже играл, я помню, тут скрипт такой. Так, а пока они пойдут... Вон так вот. Нужно золото. Да, золото, вот именно. Дом вождей, давай быстрей. Будем с двух точек золото забирать. Тут, кстати, надо добить все-таки. Негоже оставлять вот это все дело. Так, он строит дом вождей. Потом я нанимаю батраков. Нанимаю батраков и... Строим здесь башенки. Я знаю, потому что прибегут и немало. Прибегут и немало. Час пробил. Никто не уйдет. Займемся этим. Починит, еще в одну поставить на всякий случай. Хорошо. Потому что нам как-то с этой стороны зашли. Че, дерева не хватает? Сколько? Блин, много не хватает дерева. Ладно. Угу. Добывай пока, добывай. Чего хочешь? Духи не знают усталости. В бой! Час пробил! Угу. Тут мне вкалывать готов. Да-да. Вкалывай. Дело сделано. Готов к калу. С удовольствием. Исследование завершено.
Чё надо, хозяин? Так, самую мелочь. Готов к калу. Угу. Самую мелочь, друг мой. Я вождь. Готов к калу. Лотаруга. Да. Я вождь. Дело сделано. Готов к калу. В бой. Локнрош. Час пробил. Да, на самом деле такие уровни немного утомительные. На самом деле чуть-чуть утомительные. Чуть-чуть. Сюда дело сделано. Да-да. Да. Чё надо, хозяин? Нужно золото. Готов к калу. Лотаругар. Локнрош. В бой. Угу. Хорошо. Нужна древесина. Моя жизнь принадлежит Орде. Займемся этим. Лотаругар. Да, немного они утомительные. Строить долго надо, строить долго. Нужна древесина. Зол Джейн будет отмщен. Нужна древесина. Да-да. Все, здесь мы захватили. Можно погулять пойти. Ну, сюда куда-нибудь. На случай, если кто-то соберется к нам лить. Или идти. Хотя к тралу пошло всех. Всю орду к тралу. Дело сделано. Золото прям пошло горой. Дело сделано. Чё надо, хозяин? Сделай. С удовольствием. Нужна дело сделано. Чего хочешь? Постройка завершена. Моя жизнь принадлежит Орде. Да. С удовольствием. Нам пригодится зверинец, я так полагаю. Пусть и не знают усталости. Так, этот пошел в атаку, да? А может поможем ему? Почему бы и нет? Он наносит хоть дамаг? Да-да, наносит. Клан боевых топоров напал еще на один. Она ящерица не пускает. Видите, что они делают? Что за имба? Парни, это имба. Где это их ящерица? Никто не уйдет. Лотаругар. Никто не уйдет. Да, вот сейчас бы мне пригодилась хилка. Героя убили.
напали. Никто не уйдет! Час пробил! Локнрош! Час пробил! Я вождь! Дело сделано! Никто не уйдет! Дело сделано! На наш город напали! Чё, как у них успехи? Я думаю, не очень. Все. Падение закончилось. Займемся этим. Пушки не знают усталости. Локтаругар. Локнрош. В бой! Никто не уйдет! Час пробил! За честь! Никто не уйдет! Займемся этим. Локтаругар. Час пробил. Дело сделано. Да. Никто не уйдет. За честь. В бой. Час пробил. Да. Чего хочешь? Хорошо. Нас атакуют. Сделаю. Да. Займемся этим. Походу героем моего. Чпокнуть сейчас, что ли. За честь. Пока идет на базу отдыхать. Нас атакуют. Да, доход не дойдет. Все, красава, не дошел. Наш герой мертв. Ну, поможем тогда второму герою. Волчья трава ждет. Хозяин? Дабу! Не дадим им фарму, то есть не дадим им ничего. Правильно делаем. Что, подкрепим их? Да давайте, чтобы не прекращать нападение, так сказать. Умри. Нас атакуют. Говори его. Дело сделано. Чего хочешь? Все пока. Че, можно еще одну. На всякий пожарный, так сказать. Хорошо. Потом дерево добывайте. Мне нужны люди. Ну, в смысле, орки. Катапульту, ба, давайте. Нас атакуют. Так, бойцы. Только скажи. Взять его. Отведай стали. Но мы их сильно попустили здесь своим нападением этим мерзким. Моя жизнь принадлежит Орде. Отведай стали. За Орду! Взять его. Отведай стали. Так, трал жив. Чё надо, хозяин? За Орду! Чё, мушкадоев этих убьем там? Ящерицы на нас нападают. Прям раздражает меня. Жизни не дает. Никто не убьёт. Ой, да не второй лау. Пухи не знают усталости.
Никто не уйдет! За честь! Табу! Бой! Час пробил! Я вождь! Никто не уйдет! Займемся этим! Да! Локтар Угар! Только скажи! Ответы стали! Ты чё стали? Ты чё такое? Ну-ка сей сюда. Ответы стали! Батрак. Идёшь сюда. Ну где тут? Почему нельзя тут? Хотел тут. Идёшь строй дом. Сколько золота? Ух ты! Я же говорю, катка затянутая. Тут карта большая. Духи не вот так вот одним усталости. Этим. Ну, еще одного батрака выцепить. Кадуэй как раз есть. На защиту на всякий случай. Пускай будут рядом. Чё надо? Ты батрак. Надо от тебя всего лишь чуть-чуть. Сюда придешь. И наставишь сторожевых башен. В таком вот порядке. Красивом. Больше ничего. Локтар Угар. Займемся этим. В бой! Час пробил! В бой, мои ярлинги, бой! Как там говорили. Властелин колец, мои юные ярлинги, что-то такое. В принципе, Властелин колец чем-то похож на Warcraft. Или Warcraft на Властелин колец, не знаю, не буду в эти споры вдаваться. Но все-таки это на мой взгляд, не минус. Не минус даже. Че, гоу дальше, может сейчас снесем даже. Брателлы. Локтар Угар, Дабу. За честь. С задирой пойдем, да? Че? Два героя лучше, чем один. К тому же, еще этот компом управляется. Наш его под контролем держать даже не надо. Да. Че, один лагерь? Мне даже не верится. За честь. Ну все, час в атаку. Пробил. Цепью, цепью. Да. Не уйдет. Час пробил. Час пробил. В бой. В бой. Локнарош. В бой. Мне вот эта анимация глаза над башней так нравится, прикольно. Пробил. В бой. Займемся этим. Час пробил. Так, ну что там насчет наших потерь? Как мы стоим? Никто не уйдет. Час пробил. Локнарош. Час пробил. Никто не уйдет. В бой. Никто не уйдет. Неплохо, неплохо идет. Час пробил. Да, опять же таки повторюсь, немножко затянутые вот эти катки. Никто не уйдет. Но от того, что они затянуты, гораздо больше достали тут это удовольствие. То, что ты вот это прошел, это было сложно. Вот этой сложности. И то, что я это прошел, гораздо больше удовольствия от игры. Нежели вот так вот пробежал, что-то там поболтал. Нет, конечно, сюжет приятный доставляет в игру. Что, наших побили, что ли? Займемся. Давайте этим. Остатки добьем. В бой! Я вождь. Так, пока наймем братков. Нас атакуют. Чем больше, тем лучше. Локтар Угар. Локнарош. Никто не уйдет. Все, бежим.
Недалеко, конечно, тут бежать нам. Дело сделано. Поставлю сюда соборный пункт. Пускай туда ходят. Все к тралу, пацаны. Только скажи, Арте. У него соборный пункт пускай будет. Что там насчет катапульт? У меня были катапульты? Не поехали, нет? Я же заказывал одну. Что-то я не пойму. Или нет? А, да, они вот, как-то они не выделились. Заказывал-то я их точно. Окей. Так, башню как быстро построил. Красава, красава. Давайте, золота много не бывает. Блин, ну золото прям избыток у меня. Армия уже такая нормальная. Но мы им сразу ничего, шансов не оставили, как говорится, с начала игры. Грамотно я поступил. Ну это еще с учетом умножением того, то, что тут первое. Еще есть у них лагерь? Да ладно. Да ладно, серьезно? Че, правда, что ли? Да, да, ребята, вот это самый сложный будет, я уверен. Давайте сразу на них пойдем, что ли, или что? Не знаю, пофигу. Не знают усталости. Чего прикажешь? Давайте займемся этим. Что надо, хозяин? Готов к ралу. Дело сделано. Лотар угар. Регрупп, регрупп. Займемся этим. Регрупп войск. Куда пошли? Говори, сказал, не, нельзя. Духи не знают. Ладно, пофиг, пошли. Лотар угар. Тому. Это я не люблю, когда разбредаться начинают. Одну единицу быстрее убивать, чем 201. Час пробил. Никто не уйдет. Лук нрож. Никто не уйдет. Лук нрож. В бой. Лук наругар. Никто не уйдет. Ну вот, куда-то убежал, его попнули. Не очень мне нравится. Что-то я тут потерял много народу. А, ну да, они вот здесь все. А я тупанул. Что нужно? Ну ничего, давайте вторым заходом. Посносим. Займемся этим. Где трал там? Не знают усталости. Я вождь. Займемся этим. Наш город напали. Да, напали. Ну как им сейчас будет? Да, они напали, так и отпали. Никто не уйдет. Лотар угар. В бой. Никто не уйдет. Чего хочешь? Твоя жизнь принадлежит делу. Да? Нас атакуют. Что надо, хозяин? Интересно, как тут все будет фармить? Нет, конечно. Так, что такое? Собрались, собрались, пацаны. Не разбредаемся. Займемся этим. Час пробил.
Хай сносят. Пойдем вылазку сделаем. Сюда. Зол Джин будет отмечать. Наглую вылазку на наглую башню. Чтобы было полегче. Посмотрим, что у них тут за народ ходит. Успеем башню снести. Вышло, что не успели, но... Ничего страшного, регруппуемся. Все, что осталось, что ли? Хоть что так. Будем вставать вот здесь, на входе. На ворота, дескать. Такой ориентир угарный. Ну и нападем. Нападем на них. Нападем. У меня уже чай остыл. Ой. Это да. Че, го пока таким составом. Томасичу. Дабу. Час пробил. Никто не уйдет. Локнрош. В бой. Опу. Займемся этим. За честь. Локнрош. Никто не уйдет. Надо было цепь качать. Хотя нет, волки профитнее, мне кажется. Волки топ. Волки топ, прокачка. Ой, задира пришел. Супер, супер. Все, мы снесли, короче, их. Мы снесли. С учетом того, что у меня еще тут люди стоят. Устроили им Гарлем Шейк. Блин, такая ностальгия, прям 2013 вспомнил. Как это было. Угарно. Нас атакуют. Не знают усталости. В бой!
час пробил. Никто не уйдет. Лохнрош. Никто не уйдет. В бой. Куда задира побежал, мне интересно. Че, еще есть от... проходка? Нет. Здесь я не вижу. Если вот здесь... Походу на базу побежал. Ник скоро иссякнет. Да и фиг с ним. У нас еще там 4 штуки. Даже 6. Ну, не считая того, конечно. Значит, 5. Все. Дополнительное задание выполнено. Угроза людей устранена. Дабу. Так, а куда нам топать-то теперь? Что-то я не понял. Может, куда-то сюда? Да, на ворота. Гоу сюда. Во, что-то тут есть, что-то тут есть. Айда. Какое у нас задание? А, дирижаб? Да ладно. Seriously. Угроза людей выполнена. Быстрый лагерь выполнен. Дирижабли. Привет, охрана мастерской. Приведите два дирижабля в лагерь своей армии. Окей, чтобы безопасно добраться до перевала, ведущего на север, должны приобрести два дирижабля и привести их в свой главный лагерь. До изи, изи, до изи. Гоу. Меня никто там не стопорит. Так, фиг с ним, погнали. За честь. Да. Погнать-то мы погнали, да. Но куда-то не туда. Окей. Ой, да. Кентавры. Не так, по-моему, скучал. Час пробил. Никто не уйдет. За честь. Хилка. В бой. Дайте стрелу подобрать-то, ё-моё. Кто спёр зелье? Признавайтесь. Да. За честь. Никто не уйдёт. Ух ты, вождь кентар. 8-й левел. Вы-то чё стоите? Ну-ка, переживёт. Никто не уйдёт. Час пробил. Никто не уйдёт. Локтаругар. Лохнрош. Я вот. Золотой рудник. Час пробил. В бой. Никто не уйдет. Табу. Угу. Обрушился. Ну и... Ух ты, лес вырубили уже весь. Ну идите лес добывайте. Все пятером. Лохтаругар. Я вот. Что за фигня? Это что это? Как его резнули? Я его убил. В бой! Чем, где моя армия? Хозяин? Не, знают, не, этого не надо. Этого не надо. Да. Да, что он будет гнаться, пока не убьет меня? Повезло. За честь! Блин, хпшечки да. Мало. Ой. Лок-нрош. Может, какой-нибудь сюрприз будет. Час пробил. Лок-нрош. Лок-тар-угар. Займемся этим. Нет, этого, мне кажется, Frozen Throne. Ледяной трон. Там, мне кажется, сюрпризов побольше добавили. Всяких паскалок, сюрпризов. Я вождь. Ну тут тоже есть пасхалки, но там, мне кажется, их больше в два раза. Да. Там сам сюжет сюрприз пасхалка. Не буду спойлерить. В бой! Никто не уйдет! В бой! Лок-нрош!
Кентар, чародей, он что, резает, что ли? То есть собака. Займемся этим. В рукавицу огра, нифига себе. Духи не знают усталости. Тут прям расщедрились. Табу. Да гоу, дирижаблю возьмем. Табу. Ух ты, вот это я лол. Тут я чумак. Никто не уйдет. Все тут понятно, тут даже ловить нечего, бежать надо. Интересно, эти катапульты до них доберутся? Нас атакуют. Серьезно, блин, катапульт не попадает по воздушным единицам. Ну чё, ждите всадников, что я вам могу сказать. Пускай они идут. Чё, кого они там бьют? Прям сюда. Духи не знают. Тут мы уж разберемся с ними. Да, вот муторная голова, не знаю, могли бы ее попроще сделать. Что нужно? Попроще чуть-чуть. Только скажи. По мне так. Ну потому что... Вот эти все моменты могли бы быть гораздо быстрее, да? Ну, в этом вся и хардкорность, я вам скажу. Поэтому тут на это уповать можно даже и не думать об этом. Зак-зак. Нас атакуют. Да ладно. Где кентавров-то нашел? Блин. Чудо-юдо, рыба. Ну все, у нас есть сетка, ее есть ловчий. Можно уже нападать вот даже. Угар. На большую нападем сразу. Да. Курицу. Чикен, 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 чикен. Камон. Чикен. Да где вы моих всадников-то ловите? Ёкарный баба, они коротким путем ходят, где мне вообще не резон. Час пробил. Так, всадник. Ты. Поймай. Что нужно? А? Только скажи. Нас атакуют. Ерунда. За Орду! Все, всего две гарпии осталось. Так, стой, ты вообще что не ходи нужно? Так. Ты ходи сюда. Ерунда. Все равно идет так. Бросьте, чуваки. Не проблема. Ерунда. Два всадника у нас есть. Трала рейсим. Идем убивать. Так вы не останавливайтесь, господин. Ну что ты сделал, блин? Взял, остановился, тебя унесли. Вынесли. Что нужно? Только скажи. Короче, я говорю другую тему. Стойте здесь, будем по-другому делать. Что нужно? У меня есть три всадника, три, две катапульты. Мне бугаяба. А нет, все без бугая мы. Че, сирисли, пацаны? Что, хотите сказать, что она выживет? Понятно все. Наш рудник скоро иссякнет. А? Что нужно? Тут, я тут
Что-то жестко затупил, ребят. Просто сори. Просто эти нейтралы вообще не дают спокойно. Просто сори, ребята. Только скажи. Нейтрал жив? Да. Хозяин? Зак-зак. Ну все, сейчас мы их снесем, я уже уверен в этом. Ну, немного тупняк. Знаете, это, наверное, все из-за того, что нам с начала игры повезло, а вот сейчас, как всегда, не повезло. Ну да. С начала игры я неплохо сделал сроду, да, снес их быстренько всех, не давал им расфармиться. Ну, конечно, все это на легком уровне, но все же, бывает и на легком нелегко. Это я вам так скажу. Из личного опыта. Я вождь. Так что... Гус носить. Вот этой толпой мы сломаем их просто в хлам. Сейчас я им еще дам сразу сходу молнию со злости. Да. Прям бах. Они сразу опешивают. Да. Никто не уйдет. Че? Где моя толпа? Где моя братка? Все, наконец-то. Приведите два дирижабля. Хорошо, хорошо. Два. Хе, крутые темы. Полы вперед. Я ничего не боюсь. Понял. Не, это круто, это круто. Что нам удалось, надо привести, держа в лагерь своей армии? Ну, несколько лагерей еще, может, любой. Лечу, лечу. Блин, круто все-таки сделаны рудники. Я сейчас обратил на них внимание. Ну, озвучена, конечно, игра тоже суперские, но... Че, вы тоже все завершены? Идите домой. Все домой. Сейчас эта глава кончится, вас уже не будет. Так вот, родники золота угарно сделаны, да вообще прикольно, всякие итемы в игре, этот эффект собирательства. Тут много всяких разных модификаций карт, то есть можно, типа, всяких компаний дополнительных есть, ну так, пользовательских игровых, от фанатов игры, так сказать. Так что здесь много чего можно еще поделать, не считая основной компании, которая самая, на мой взгляд, крутая просто. Итак, основное задание выполнено. Отлично. К утру мы уже доберемся до каменного когтя. Настоящий воин просто очистил бы перевал от людишек. Ты что, Гром, выжил из ума? Я тебе отдал четкий приказ оставить людей в покое. Что, черт возьми, с тобой происходит? Он еще мне нотации читать будет. Щенок! Эти слизняки заслуживают смерти! Разве ты не чувствуешь, Трал? Это совсем как тогда. Как будто где-то рядом демоны. Не знаю, что нашло на тебя и твоих воинов, но впредь я не допущу подобных приступов кровожадности. Прости, Трал. Ты прав. Я справлюсь с собой. А если нет, Гром? Я не могу так рисковать. Веди свой клан в северные леса и построй для нас лагерь. Вернувшись от Оракула, я найду вас. Окей. Победа. Глава завершена. Встретимся в следующей главе. Спасибо за внимание. Все подписывайтесь на канал. Оценивайте, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Мне было приятно, что вы посмотрели это видео. До новых встреч!